Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Мои дорогие, бренд Белуччи, итальянское производство, которое на территории России работает эксклюзивно с телеканалом Shop and Show. Здесь великолепная классика в лучшем исполнении. Смотрите, насколько роскошное пальто в стиле Коко Шанель будет подходить на любые образы. Пальто букле, что сейчас невероятно модно и популярно, украшенное вот такой вот фурнитурой, это итальянская фурнитура, пуговицы под золото, добавляют пикантности в ваш образ. Ну и главное, это самый-самый сезон, который нам с вами сейчас нужен. 30% первоклассной шерстяной нити и 60% вискозы. Мягчайшая, нежнейшая ткань, эластичная. Посмотрите, как она у нас с вами тянется. Поэтому даже при пышных формах вот в таком пальто вы будете выглядеть статной, стройной, элегантной первой леди. Ну, классное пальто. Вот знаешь, сейчас я когда была в Италии, там очень популярно именно под овечку. Знаешь, да, вот эти кудряшки. Угу. Это очень дорого. Ну, стоит там и очень доступно сегодня у нас. Сейчас готовимся к осенней зимнему периоду. Бордовый цвет. Далее, вот этот цвет называется розовый. Еще у нас есть изумрудный оттенок. Изумруд меланж, обратите на него внимание. То есть он тоже зеленоватый. Он больше как мяту напоминает, да, да, очень нежный. Далее синий глубокий, такой сапфировый оттенок. И дальше у нас нежный голубой. То есть у нас на каждый цвет есть потемнее и посветлее. Да, вариант. Еще у нас есть черный и серый цвет, который я сейчас тоже примерю. Мне прям интересно посмотреть, как на мне будет это все смотреться. Да, это тоже какой-нибудь надень. Да, давай я розовый. На разных фигурах и с разным цветом. Давай, давай посмотрим, конечно. Свет, смотри, здесь у нас получается шерсть. Правильно? Шерсть, 30% премиальной сразу шерсти. Сразу хочу спросить, тебе нужно будет в химчистку носить или дома можно будет постирать? Мы его можем почистить дома. Причем я вам хочу сказать, если вы хотите его постирать слегка, так, лучше замочить и постирать все-таки руками. А дальше повесить на вешалку, водичка стечет, все у вас будет, все выглядит первоклассно. Mm-hmm. Либо очень легкой щеточкой почистить сверху такой материал. То есть смотри, получается шерсть усадку давать не будет и после не будет стирки. Нет. Как нужно выбрать размер? Берем размер в размер. Здесь у нас с вами прямая, такой вот прямой силуэт, свободная посадка. Знаешь, есть такой вот эффект оверсайз, то есть чуть-чуть побольше, как бы с большего плеча. Это сейчас смотрится настолько актуально и элегантно, посмотрите, хорошо, причем вот пальто, которое чуть-чуть кажется, да, побольше у вас, вы выглядите эффектнее. Ничего страшного, давай мы сейчас с тобой поправим рукава. Бренд Белуччи, посмотрите, что делает изнутри, другой фактуры, более гладкой, оставляет эту же ткань без подкладки, так, чтобы вы могли сделать вот такие вот элегантные манжеты. Хотите еще в хочу. Два раза? Давай. Хотите в один? Давай я тебе помогу, моя прекрасно. Дорогая. То есть подстройка смотрите, подрост Смотрите, как любой. Эффект. Смотрите, я напомню, что сегодня это шикарное пальто, оверсайз, как называет его Светлана Старостина, ваш личный стилист, с натуральной шерстью пальто, согревающее, но очень легкое по ощущениям, правда? А теперь давайте прикоснемся к этому пальто. Посмотрите, насколько здесь качественный материал. Шерсть букле. Вообще букле в моду ввела Коко Шанель. Вспомните ее пальто, ее костюмы. Посмотрите, насколько здесь все выглядит качественно. Вообще букле это завиток, который напоминает нам именно каракуль. Дорогой, богатый, роскошный. Я, знаешь, смотрю на тебя, вот ты француженка, особенно в таком... В таком вот сером цвете, mm-hmm. выбор аристократов, знаешь, вот первая леди, жемчужная нить, и все, вы готовы в высший свет выйти. Да, только босоножки надо точно сменить, надо как-то не смотреть на них. Но просто хотелось вот занырнуть в это блаженство, в эту шерстяную, вот эту вязку, которая мне напоминает барашка. Посмотрите, вот эти загогулинки, как это стильно выглядит, это последний писк. Такой цены не было никогда на нашем телеканале. Уточняйте о наличии вашего размера в колл-центре. Каждую секундочку исчезают наши барашки. Вот ты знаешь, Оля, я тебе хочу сказать, что если закончился цвет, который вам понравился, возьмите другой, либо светлый, либо темный. Здесь неважно, какой цвет, невероятное ощущение, комфортное пальто. И посмотрите, свободное. Мне очень нравится именно крой здесь у нас с вами пальто. Видите, он свободный. Наша телезрительница уже соблазнила на покупки на
наш опен-шоу своих подруг. Это говорит о том, что и она получает те вещи, которые ей нравятся, ей подходят. То есть, смотри, дистанционно делать покупки вообще без проблем. Ну и потом, ты видишь, Оль, мы исправляем ситуацию в стране. В магазине ничего нет на такие размеры пышные, как мы. А вот эта фраза «я изменила свой гардероб» мне так понравилась, потому что мы же и хотим, чтобы наши телезрители были такими, вот прямо эталоном для подражания. И чтобы даже если у вас большой размер, чтобы вы были без комплексов, чтобы вы надели на себя и поняли, я даже лучше, чем вот эти худулечки. Я вон какая красавица, стройная, красивая, яркая женщина. Конечно, тем более стройная. Вот это очень важно. Посмотрите, в таком пальто, здесь у нас с вами прямой силуэт, вы будете стройной и элегантной. Свободный рукав со спущенной проймой. Представляете, пышная грудь, пышные ручки. Вы не могли себе раньше позволить такое пальто. Сейчас вы это можете сделать. У вас пышный животик, не страшно, пальто с эффектом оверсайз. То есть чуть-чуть посвободнее, который закроет и животик, и поясницу. Ну и главное, бедра ваши все прикрыты, паховые зоны, ягодицы. Вы сохраняете не только красоту, но и свое здоровье, потому что в составе 30% натуральной, премиальной итальянской шерсти. Свет, я еще хотела спросить тебя про грудь. У кого-то грудь очень большая, вспомни, очень сложно подобрать. Либо на груди сходятся пуговички, но плечи свисают. Либо наоборот, если плечи четко вточные сидят, да, то по груди у нас здесь не застегивается. Вот здесь бренд Белуччи как раз все и продумал. Посмотрите, здесь свободный рукав. Здесь у нас рукав со спущенной проймой и увеличенными припусками прикроя. Поэтому пышная грудь будет смотреться здесь эффектно, подчеркнуто и свободно.